Вот. И для меня была всегда проблема разбирать палеты молотком и гвоздодером. Я обычно ломал некоторую часть досок, то есть, потому что в них обычно часто, в них часто забито не по два, а более гвоздей. И когда ты начинаешь, подбиваешься под доску, ты начинаешь ее тащить, соответственно, доска трескается, ломается и тому подобное. Эту проблему решил, как бы, ну, можно сказать, это не супер самоделка, такие вещи вроде как продаются, но я особо их не видел в нашем российском пространстве, как можно так сказать. А тему нашел тоже на Pinterest, и как бы, в принципе, все довольно просто. Но раньше для меня разбор одного палета занимал, ну, минут 10-15, ну, может быть, даже 15-20, в зависимости от плотности материала и качества палета. А сейчас это 5 минут. Просто чпонь-чпонь-чпонь-чпонь, прошел замечательно. Спасибо вам большое за просмотр. Посмотрите вот здесь два стареньких видео. Мне очень приятно. И спасибо, и пока!